В 40-градусную жару в «Газели» просидели час, а мечи в соцсетях пожаловались на недогадливость городских чиновников, которые устроили дорожный ремонт в самый разгар рабочего дня и жары. В результате в районе 5-й Кировской образовались многокилометровые заторы. По словам автора поста в соцсетях, в обед здесь собралась огромная очередь из машин. Цитата. «Неужели нельзя было провести дорожные работы ночью, когда никто никуда не спешит и не торопится?» Конец цитаты. Также, по словам очевидца, из 10 человек, которые находились на объекте, работало только 5. Впрочем, в комментариях горожане автора не поддержали. По мнению мечей, в такую жару на улице работать просто невозможно, поэтому дорожникам нужен отдых. А в ночные часы, предполагают комментаторы, дорожникам придется платить по двойному тарифу. В мэрии на жалобы горожан пока никак не отреагировали.